Выставка-ярмарка «Собак» пройдет в эту субботу в МТВ-центре в Чебоксарах. Ее проводят пункт передержки бездомных животных. Сегодня в животных городе не уничтожают, как раньше, а отлавливают и передают в пункт передержки. Здесь их подлечивают, делают прививки и подыскивают им хозяев. Только с начала этого года сотрудникам пункта передержки и их добровольным помощникам удалось пристроить в добрые руки около 300 собак и щенков. На сегодня осталось около 250. Очередная ярмарка пристройства пройдет 20 октября в субботу в МТВ-центре на 5-м этаже с 12 до 18 часов. Всех неравнодушных людей приглашают принять участие в судьбе братьев наших меньших. Здесь благодарность. Благодарностью примут и помощь в виде кормов для собак, инвентаря для их содержания, игрушек для животных. Все это тоже можно принести прямо на ярмарку.